то куда? Показываю вам Любимовку в районе Бельбека. Что у нас творится? Так, немножко про транспорт. Завтра выходной. 2 августа. Так что надо 2 августа, день десантника, выпадает выходной. Что будет завтра, не представляю даже. Вот автобус задом сдают, как неудобно постоянно. Там люди отдыхающие стоят. И постоянно так задом паркуются здесь вот. Очень нехорошо. Ну, тут все заставлено, видят улица, да? Теперь разъехаться надо. Вот машины несутся. Одна полоса. Вот неудобно. Машины слева стоят, то машины справа. На этом перекрестке часто бывают пробки. И скандалы, и маты, и слышим, и все. Особенно по выходным. Когда приезжают иногородние, как у нас говорят, которые не местные и друг другу не уступают, лезут наперед. Я понимаю, что вот по этой полосе он навстречу сейчас поедет ко мне, он будет прав, он как бы по своей полосе. Но дай закончить движение одному, начинаю сейчас двигаться сам. Иначе будет пробка. Ну, вот мы видим нашу ситуацию, да? Что у нас здесь? Слава богу, немножко полегче здесь стало. А то было обычно забито, здесь тоже все. Сегодня здесь полегче, потому что море штормит.